Комплексный ремонт улицы Старозагора решил главную проблему в районе парка Гагарина – отсутствие парковочных мест. Теперь по обеим сторонам дороги их 150, а машины могут ездить не по двум полосам, а по четырем. Парк отдыха и развлечений на Московском шоссе – любимое место самарцев и летом, и зимой. А на большие праздники, светские и религиозные, здесь вообще столпотворение. Найти свободное место для парковки тем, кто приехал на личном автомобиле, было сложно. Теперь радуются отдыхающие, они сэкономят время и сберегут нервы. Если сделают парковку, а ее делают, это очень хорошо, мы будем очень рады. Кроме строительства парковочных мест, здесь полностью поменяли тротуар с асфальта на плитку, установили новые бордюры, посеяли газоны, модернизировали ливневую канализацию и колодцы. Это двухгодичный контракт. В 2019 году планируется выполнить работы от улицы Советской Армии до улицы Нововокзальной, в 2020 году от улицы Нововокзальной до улицы Ташкентской. В настоящий момент выполняются работы по устройству новых парковочных карманов вблизи парка Гагарина. То есть в связи с большим количеством посетителей данного парка департаментом городского хозяйства и экологии было выдвинуто предложение, будет далее осуществлено по увеличению парковочных карманов в связи с востребованностью жителями города Самара. К ближайшему уикенду 150 новых парковочных мест будут закатаны в качественный асфальт, и водителям больше не придется искать место, где оставить свою машину. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, «События».